сложилась такая ситуация, что поступила информация в профессиональное сообщество туристической индустрии о том, что готовятся соглашения с правительством Российской Федерации, которое позволит российским экскурсоводам и гидам работать беспрепятственно на территории Республики Абхазия. С чем категорически все профессиональное сообщество не согласно. И из-за этого... Вы слышали, как слышали? У вас есть бумага, информация официальная, какие-то сайты, что-то есть? Нет, изначально была встреча в кабинете министра, у премьер-министра присутствовала Кристина Константиновна, Дмитрий Шамба, министр по туризму присутствовал, и от профсообщества приглашена была Линда Амбар. Да, вот сюда там была дискуссия по поводу... Да, там были озвучены определенные моменты. Вот это вот соглашение о том, что планируется, как изначально нам было сообщено, что изменения в законодательстве Республики Абхазия. Затем были написаны от профессионального сообщества, от всех организаций туристической сферы Абхазии, президенту Абхазии, премьер-министру и в парламент, и в общественную палату. Затем была встреча с премьер-министром от турсообщества, где были озвучены уже более точные данные. Премьер-министр озвучил, что в законодательство Республики Абхазия не будут вноситься, не планируется внесение никаких изменений в этой части, но рассматриваются варианты различных соглашений, где будут какие-либо послабления, если кратко. С чем мы выразили полное несогласие, какое-либо послабление для иностранных гидов на территории Абхазии не должно быть. Тем более мы приводили в пример, что на территории Российской Федерации не то, что иностранцам запрещено работать экскурсоводами и гидами, а даже между регионами не могут из одного региона в другом. Первое, соглашение о том, что какое-то готовится соглашение, которое мы не знаем, я не знаю. Да. Вы знаете, да? Да. И 20 числа в сеть интернет с Сочи от, так скажем, наших коллег сочинских поступил скриншот документа Департамента экономического развития от Министерства экономического развития Российской Федерации. Мы не можем знать, это доподлинный документ или нет, где говорится на вопрос гражданина. Еще есть? Понятно, мы написали, зафиксировали, соглашение. Да. Еще есть вопрос? Проблемы? Ну вот документ говорит о том, что в мае месяце на высоком уровне были проведены... Мы узнаем, говорим же вам. Да, знаете, да. Еще узнаем, мы сейчас спросим официально. И также да, с мая месяца не проводятся проверки гидов нелегалов. Иностранных, которые продолжают в огромном количестве заезжать на территорию Абхазии, что они, как и в каком свете представляют Абхазию, весь депутатский корпус, да и все граждане Абхазии, я думаю, уже наслышаны, видео и фотоматериалы представлялись от профессионального сообщества ранее, смысл новых закупок не имеем. Не видим в них, потому что... Второй вопрос, это речь идет о нелегалах, которые приезжают на территорию Абхазии, да. С российской стороны проводят свои экскурсии, да? Да. Хорошо. Ну, я думаю, на этот вопрос министерство сможет нам ответить по туризму, да. А вот о соглашении министерство не скажите, пожалуйста.